Здравствуйте. Премьер Британии Сунак уходит. Лейбористская партия по итогам выборов получила 326 из 650 мест в Палате общин. Сунак уже поздравил лидера лейбористов с победой. Лидер лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после победы на выборах в Палату общин пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему. По его словам, после 14 лет правления консервативной партии сияние возвращается для страны. Теперь появилась возможность вернуть свое будущее. 150 лет назад премьером Великобритании стал еврей-христианин, консерватор Бенджамин Дизраэль. По результатам последних выборов новым премьером станет этнический англичанин, прихожанин синагоги, лейборист Кир Стармер. Ну, про помощь каналу Социолза не напоминаю, но глубоко благодарен тем, кто помогает. Напоминаю о репостах, это очень важно, и о странице в ЖЖ, которая очень помогает тем, у кого по каким-то причинам плохо работает VPN, и форум МСК для них недоступен. Кратко. Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В ночь на 5 июля Украина выпустила по России 50 беспилотников. В Курской области при ракетной атаке пострадало здание музыкальной школы. Ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО могут ввести в РФ через 3 месяца, сообщил ТАСС. Стоимость биткоина опустилась ниже 55 тысяч долларов. Продажи генераторов на Украине взлетели на 200%, а зарядных станций на 452%. В Кремле не интересуются никабами. Кремле не принимают участия ни в каких дискуссиях насчет возможного запрета на ношение никабов в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это странное заявление. Вроде бы все правильно, конечно, вопрос этический, религиозный, верховной власти участвовать не обязательно. Но мы же понимаем, что это неправда. Вопрос очень острый, серьезный, и в конечном итоге либо закон придется подписывать президенту, либо вообще указ. И что, вот так вот без обсуждения подпишет? Как какое-нибудь увеличение пошлины на ввоз бочковой селедки, что ли? Кстати, в Турции за ношение определенных видов одежды предусмотрено даже уголовное наказание. Это в стране 100 лет назад, бывшей еще центром халифата. В Узбекистане президент подписал закон, в Таджикистане – указ. А у нас что, все обойдется мнением общественности, что ли? Кстати, я бы, будь это у нас возможно, этот вопрос и правда оставил бы на решение общества, не вмешивая сюда государство и репрессивный аппарат. Но, боюсь, время уже упущено. Того и гляди, и в Москве женщины, не имеющие никакого отношения к исламу, будут опасаться появляться на людях с непокрытой головой, как в 18 веке. Задолженность Украины перед МВФ выросла до 13,8 миллиарда долларов. Задолженность Украины перед Международным валютным фондом после получения нового кредитного транша выросла почти до 14 миллиардов долларов, что сделало страну вторым основным заемщиком фонда вместо Египта. Ну, многолетним лидером тут является Аргентина, которая в 2018 году получила крупнейшую в истории МВФ кредитную линию на 57 миллиардов долларов. На трех основных должников приходится 46% всех кредитов фонда. В пятерку еще входит Эквадор, который задержал 8,5 миллиардов, Пакистан с долгом 8, ну тоже почти 8,5 миллиардов. В топ-10 также входит Ангола, Колумбия, Кения, Кот-д'Ивуар и Бангладеш. Получается, Украина должна МВФ денег в 5 раз больше, чем Бангладеш. И МВФ уже заявил, что списывать долги не намерен. РПЦ начнет брать оплату с прихожан натурой. Любопытный указ подписал ростовский митрополит Меркурий. Согласно документу, если у прихожан нет денег на услуги церкви, называемые требами, например, на венчание там, или крещение, то им придется убираться в храме или же выполнять иные распоряжения священников.
Ну, на бумаге это благородно назвали участием в социально-благотворительных проектах. В целом, ростовский митрополит интересный человек. В отличие от многих иерархов церкви, креативный, но на этот раз креативность оказалась избыточной. Хотя практика отрабатывать что-то для церкви старинная и сегодня тоже работает. Но возникает вопрос, так ли уж нужно это венчание или крещение, если потом после него месяц там грязь надо выносить? И что, если нет денег на крещение, то в церкви откажут окрестить младенца бесплатно? Мне кажется, Иоанн Креститель денег за купание в Иордане не брал.